Все еще нет подписки на канал? Подпишись! Все будет хорошо, окей? Эй, малыш, ты чего? Что случилось? Я немного волнуюсь. Ты че, шутишь? Да они влюбятся в тебя. Да, я им понравлюсь. Окей, тогда пошли. Пошли. Хорошо, я люблю тебя. Я люблю тебя, малыш. Пойдем. Кэти, милая, ты приехала. Заходи. Окей. Народ, Кэти приехала! Эй, народ, Кэти приехала из колледжа! Я так скучал! Я тоже скучал! Познакомься! О, да, конечно, у меня кое-что есть для тебя! Ассалам алейкум! Спасибо! Что это? Это что такое? 10 баксов! Вы же мою дочь до дома довезли! Я не таксист, сэр! Убер? Это мой парень! Нет, я... я Яндекс.Такси! Вы не до конца поняли, я встречаюсь с вашей дочерью. Дед такси, вы же оттуда? Я и ваша дочь, мы встречаемся, мы вместе, как парень и девушка. Он мой парень. Ты вот с ним? Да. То есть вы вместе? Я приехал с вами познакомиться. Я понял, Кэти, ты меня подколола. Вот это смешно. Ты всегда умела шутить. Но это лучшее. Я понял, это пранк. Ну, типа как по телеку в интернете, да? Нет. Ты! И Кэти! Да. И Кэти, которая подрабатывает моделью в Европе летом. И встречалась с Ником Джонсом. Ник Джонс? Мы встречались всего месяц. То есть это не шутка. Ты реально встречаешься с ним. Да, у нас любовь. Он мой парень. Мэрилин, иди сюда, ты должна посмотреть на нового парня Кэти. Она привела самого, блядь, короткого парня, которого я только видел. Кэти, 185. Охереть. Где мой котеночек? Ты так хорошо выглядишь, такая высокая и красивая. Здравствуйте. Грасиас. О, не-не-не, я не таксист. Окей? Почтальон. Нет, я встречаюсь с вашей дочерью. И я приехал с вами познакомиться. С ума сойти! Я вообще аж не поверю! Прекратите! Я не могу остановиться, вы это так смешно! Не, это не шутка! Она реально с ним встречается! Эй, кусок дерьма, иди сюда! О боже! Пускайся, ты тоже посмотри на это дерьмище! Коль тебе надо, пап! Привет, сука! Привет, мандюк! Эй, привет! Стой, ты встречаешься? Ну как тебе? Стой! Где я, Белоснежка? Пойду покопаюсь в шахте! Эй, тренер Энди, посмотри на это. Чё, мы остановили игру, а? Посмотри на это. Это чё? Я парень Кэти. И ты нас не знакомил, он мог быть нашим мячом. Ты же легко через все поле пролетишь. Эй, ты! Иди посмотри на нового парня Кэти. Даже грабителю кажется это смешным. Эй, что он делает? Такой огромный. Тренер, кажется, у вас новый игрок в команде. Уж я поиграю с этими 3 ярдами. А перевел и озвучил виски. Ага.